В работе совещания приняли участие министр труда, занятости и социального развития Багаудин Маршани, руководители центров занятости населения, работники социального отдела аппарата правительства республики. В своем выступлении Бекхан Аздоев обратил внимание присутствующих на необходимость тщательного анализа показателей регистрируемой безработицы, соблюдение законодательства в части своевременного снятия с учета граждан, которые потеряли статус безработных. Для этого необходимо провести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в службах занятости, сказал Бекхан Аздоев и дал министру труда, занятости и социального развития соответствующее поручение. Кроме того, Бекхан Аздоев отметил, что качество работы директоров центров занятости будет оцениваться по результатам реализации программ занятости населения. Вот что пояснил по вопросу, стоящему на повестке дня, заместитель министра труда, занятости и социального развития республики Сайпудин Катиев. Благодаря федеральной целевой программе создаются рабочие места, республиканской целевой программе создаются места. Есть вакансии наших частных предприятий, есть база данных вакансий. Мы направляем туда безработных, которые стоят на учете по безработице. Скажите, насколько часто они соглашаются на те предложения ваши? Да, бывает. Не часто это так бывает, что кто-то соглашается, или узкие специальности, допустим, которые у нас нет квалификационной базы, которая могла бы дать квалификационный разряд безработному. И мы в связи с этим направляем их на обучение, чтобы они переобучались и получали квалификацию, чтобы они подходили по этим критериям. Действительно, делается все возможное, чтобы люди получили работу, чтобы они воспользовались вакансиями республиканского значения. И есть адресный переезд, так называемый адресный переезд. С регионами у нас заключаются договора с работодателями. Ярмарки проводим, вакансии, где работодатели приезжают, соискателем договариваются, подходящие для себя работы, и выезжают туда, проживают с семьями, выезжают, им оплачивают дорогу, проживание. И многие обустроились за пределами республики. Пресс-служба правительства республики.